Легенды советского футбола встретились на товарищеском турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Тимура Сегизбаева. Кто же еще пришел поболеть за свои любимые команды? Узнаем уже сейчас. Главный символ отечественного футбола Тимур Сегизбаев оказался основной фигурой, которой был посвящен товарищеский турнир среди ветеранов казахстанских футбольных клубов. 8 команд собралось на тренировочной базе Академии имени Сегизбаева, чтобы не только поиграть в любимую игру, но и почтить память легенде. Это первый турнир после ухода его из жизни. Вот. Футбольный клуб «Кайрат», руководство решили, ну не то что там как-то, уже было запланировано, ну, то есть сразу же провести этот турнир. Почему? Потому что вклад в развитие футбола вот, Казахстана и СССР, он просто неоценим со стороны Тимура Санжаровича. Будучи игроком, мы даже, вот мы молодые, я еще молодой совсем был, мы уже читали тогда «Пионерской правде», там Тимур и его команда. Это было не случайно, потому что это действительно, он был лидером в футбольном клубе «Кайрат». Спортсмен на вес золота, каких в казахстанском футболе единицы. Эти слова были и остаются до сих пор на устах многих фанатов Тимура Сегизбаева. Болельщики увидели, что высокообразованного, воспитанного, честнейшего, порядочнейшего, не говоря о патриотизме человека. И сразу поменялось отношение к футболу. Оно и так, в общем-то, футбол номер один. И поэтому повторюсь я, и 100 раз повторюсь, потому что вклад его, он просто неоценим. К слову, на турнире присутствовали не только сами футболисты, но и родные Тимура Санжаровича, эмоции которых просто переполнялись от гордости за своего отца и деда. Меня настолько переполняют чувства вот, от того, что сегодня вот это мероприятие проходит в честь памяти папы. Конечно, мне очень приятно и радостно, что его помнят. Чтут его память, что много его учеников здесь находится. И то, что вот, ну, вот этот праздник, это на самом деле праздник души. Потому что когда память о человеке жива, он жив. Учитывая даже то, что Аташки уже нет с нами, он все равно может собрать такое количество людей в такой прекрасный солнечный день. Эмоции зашкаливают. И гордость распирает, на самом деле, что такой Аташка у нас был и остается в памяти, в наших сердцах. Между прочим, Айгуль, дочь Тимура Санжаровича, лично присутствовала на играх отца и собственными глазами видела, как он превосходно владеет мячом, играя в свой любимый футбол за дорогую сердцу команду. Я росла, когда еще папа играл. Вот, я постоянно была с мамой на всех матчах «Кайрата», когда стадионы ломились от количества людей. И это был праздник футбола. Это было ну, просто приятно было смотреть на игру футболистов, на игру нашей команды. Сильный толчок, который в свое время дал нашим действующим футболистам Тимур Сегизбаев, до сих пор помогает футбольному клубу «Кайрат» занимать лидирующие позиции в турнирной таблице. Дальше больше. Салтана Жаркибаева, Геннадий Лукин, «Хедлайнер».